Друзья мои, добрый день. Мы все-таки с Леночкой вырвались за грибами, доделали по-быстрому все свои дела. Леночка вам привет шлет. Хотим посмотреть. О, первый гриб уже видим. Ядовитенький, но очень красивенький. Вот такой. Он сыроежка. Смотрите, что я нашла, друзья мои. Прикиньте, а. Ах, какой красавец. Вот это да. Ура. Ай, посмотрите, что я нашла, ура, мама дорогая, какой красавец. Я что-то нашла, да, это подосиновик, а какой классный, большой, Лен. Лен, он лежит корявенький, большой, вообще какой, смотрите. А еще у нас тут и солнце, и гром гремит, дождь срывается. В общем, вот такая погода. Блин, какой денек шикарный, друзья мои. Посмотрите, какое красивое бревно. А еще красавец прямо на дороге, представляете, возле машины. Какой лапочка. Я рыжики нашла, представляете? Ай, какой красавец. Видели? Вот такой вот лапочка. А вот жирнушка. О, кто-то раздавил его. Гром, слышите, какой гремит? Сейчас как нас завалит? Представляете, накрыло нас ливень, но, слава богу, мы грибники, у нас есть с собой запасная одежда, мятая, конечно, но ничего страшного. Хотим переоделись, хотим переждать немножечко и еще пойти сходить пособирать, потому что, ну, ничего не успели собрать, чуть-чуть радости получили, немножко подосиновиков, Леночка немножко рыжиков, немножко маслят собрала. Кайфанули, но очень мало, очень хочется еще сходить, ждем, пока закончится дождь. Самое главное, мы и дождевики с собой взяли, но не надели, потому что когда вышли из машины, было солнышко. Зашли в лес, и там нас накрыло. Ну, вот так вот бывает. Друзья мои, дождь закончился, мы опять вышли, и просто посмотрите, я вам что покажу. Какая милота, видели? Подосиновички молоденькие. Ну и мы, собственно, дома. Вот такой вот мой улов сегодня. Тут разносортятся подосиновички, рыжики есть, в общем, всего понемножку. Даже грусть, даже настоящая грусть есть, представляете? Мохнатая настоящая грусть.